Всем привет! Добро пожаловать в свой влог на пару. Я была сегодня в парикмахерской. Меня покрасили. И, в общем, что-то сделали с волосами. Но длину вот оставила такую длинную. Будем отращивать их до коры. Так, чтобы там сзади было короче, сюда подлиннее. Сейчас пока это сделать невозможно, потому что у меня здесь очень короткие волосы пока. Вот. Ну, цвет мне очень понравился. Я не знаю, как на камере. И при этом освещении не знаю, как это выглядит. Но мне очень понравилось. Оттенок холодный. И прям замечательно. А вот с самой прической, не знаю, я еще пока не привыкла. Ой, вы знаете, сегодня суббота же. И очень хорошая погода. На бульваре очень много людей. Я уже вчера говорила, по-моему, на прямом эфире, что у нас начинается бабье лето. Шикарная женщина с шикарной прической. Они очень нравятся. Я чуть-чуть здесь, это как это называется? Навела порядок? Ну да, с этой стороны, сзади я ничего не делала. Нет, мне нравится. Мне очень нравится цвет. Да. Просто цвет исключительно красивый. Замечательный. Угу. Шикардосный. Давно я такая цветом довольная не была. Да. Вот. А с укладкой надо еще, конечно... Приноровиться. Ну не то, что приноровиться, а вообще... И вам привыкнуть, и нам привыкнуть. Да, нет, я хотела такую вот укладку, но... Модную. Да. Мне сегодня Русяк говорит, я говорю, сделайте мне вот эту вот немытую, нечесанную голову. Она говорит, это не так. Знаете, сколько сил нужно на то, чтобы такую прическу получить? Я говорю, я знаю, только люди в основном думают, что это немытая, нечесанная голова. Она говорит, а я была на каком-то там семинаре, ну, где-то их там учат, и им сказали, что сейчас в мире вот мода идет под лозунгом «Я устала быть красивой». Только потом потратить 3 часа на то, чтобы сделать это. Я проснулась так. В общем, я устала быть красивой. Буду теперь вот такая. Буду тратить по 3 часа, а не по 20 минут на прическу. Сначала Русяк укладывала, то я пришла домой, осталась недовольной, а они меня укладывала. И еще надо что-то придумать. Да, я устала, были красивые. Мы сейчас будем делать, составлять заказ по каталогу номер 14 Oriflame. Ну, не знаю, будем ли мы завтра пробивать или чуть попозже, но заказ мы сегодня составим. Да. Поехали. Вот так выглядит. А я не помню. Каталог номер 14. Мы, конечно, смотрели. Да? Мы и сначала смотрели в интернете, а потом смотрели уже живой каталог. Вот какой-то новый аромат. Будешь нюхать? Нет, я не буду. Я тоже не нюхаю. Так, что-то здесь интересное. Вот такая опять сумка. Банты. Я чувствую, что... Ну, вам не нравятся банты. Мы тоже особо... Ну, мне кажется, что уж слишком... И школы мы уже видели 16-й каталог. Там тоже сумка с огромным бантом. Непонятные вообще. Ну, наверное, да. А вот это нравится тебе? Разве не было еще? Мне кажется, может, было. Может, и то, и другое было. Если не написано новинка, значит, было. Не будешь? Нет, я не буду вот эти вот твердые. Они у меня лежат, я вот их не ношу. Твердые. Хорошо. Так. О, у меня, видите, маникюр вуаль называется. Вот. Прям под нее. Да. Или она под тебя косит. Мушки вот так вот пририсовать еще. Так, это мы пропускаем. О, эта сумочка у меня есть, и вот эта брошка, как она мне нравится. Брошка классная, тебе идет очень. Просто чудесно. Но я уже знаю зато, с чем я буду эту сумку носить. Я и уже купила. Же? Ну как? А что, я знаю, да? Конечно, конечно, я же купила. Хорошо. Штанцы. Все, я вспомнила, да, точно. Да. Ой, надо мою кофточку отдать обратно. Да. Так, что у нас здесь? А это у меня вот есть сумку, я не буду брать такую. А, вот эту у тебя есть, сумку не будет. А но она вот тоже двусторонняя, нет? Нет, вроде. Просто подкладка такая. Вот это ожерелье мне понравилось. Да, очень классное, да. Вот сейчас модно водолазки, можно с водолазками. Ты не любишь водолазки? Почему я люблю водолазки? Они меня не любят. Солдат, тебя девки любят, и я их. Ну что? Вот вошли. Сделаем тебе вот такую прическу. Ну, такую, такая, ну, как старинная прическа. Ретро. Ретро. Обязательно надо заказать. Я не понимаю, зачем ты их заказываешь. Мы Рокс вроде же брали. Ну, я еще одну закажу. О, вот это у меня есть. Я уже взяла и скоро буду использовать. Меня просили, скоро, да, нам меня просили показать, как я это делаю. Я обязательно расскажу. Расскажешь? Да, на самом деле здесь все очень подробно написано. Ну, да. А это что-то новое? Вот этой сывороткой я пользуюсь уже. И все-таки я думаю, что нужен крем. И этот же? Ну, из этой же серии, против пигментации, да. Хотя, ну, в общем, не знаю, мне кажется, что надо. Все-таки взять, я подумаю, да. Это все пройденный этап. И, кстати, вот эта серия, она совсем по качеству вообще вот не такая, как эти. Вообще, абсолютно. И запах у нее другой. В общем, вот она мне очень нравится. А это вот такая ерунда оказалась. Умывалка, да. Умывалка, да. Вообще непонятно совершенно. Даже с этим шариком. Где он, шарик-то этот? Здесь нет. Вот он. Спонж для взбивания пены. Не работает, да. Так, что? Вот что? Это тоже против пигментации, но более дешевая серия. Она не работает, я уже ее пробовала. Как тебе эта маска? Ну так, ничего, Аня решила. Она еще есть. С большой скидкой. Тонизирующая маска для лица. Она с большой скидкой. Да, взять что ли? Она с огромной скидкой. Какой? 50%. Всего 50% огромная скидка. Ну, я не знаю, если она тебе нравится, ты же любишь тканевую маску. Возьму. Я просто с фруктовыми кислотами вообще ничего. Да, Аня отказалась, она даже не пробовала. Я вообще ничего больше с фруктовыми кислотами не пробовала. Ну, вот эти масочки слабенькие. У меня еще один огурец остался, но он не слабенький. За 39 рублей. Да, за 39 рублей. Для нас еще дешевле, как я всегда говорю. Так. Wellness пошел. Wellness. Это пошли туалетные воды для мужчин. Мужчины. Да, это женские. Вот. Так. О, кремовый дезодорант. Да. О, значит, здесь новинок вроде нет. Здесь вот новинка. Мед и молоко. Опять вот это вот. Ой, все-таки мне очень нравится. Масло, да. И масло для душа. Я теперь сначала просто моюсь гелем для душа, а потом прохожусь, ну просто поливаю себя этим маслом, потому что когда наливаешь в гель масло, пенообразование снижается. Вот. Оба эти масла мне нравятся, жидкие, а вот этим я еще не пользовалась. А я, кстати, тоже еще не пользовалась. Мне кажется... А, или это скраб? Это скраб. А, это скраб. Но маслом я тоже не пользовалась. Скрабом я пользовалась. Да, это скраб. А я скрабом тоже еще не пользовалась, не знаю. Попробуй, скраб классный. Да. Ты любишь скрабы, я маски. Кстати, верни на страничку. Верну сюда или сюда? Да, еще? Вот то масло лучше, чем это. Вот чем это? Да, это масло мне не понравилось. Так это оно жирное для тела и волос. Ну, я для тела его делала, оно какое жирное для тела, маслянистое слишком. Оно у нас есть? Да, у нас есть. Попробуй. Понятно. А запах хороший? Авокадом у меня же пахнет. Все еще... Вот, вот это обновленный крем. Крем-сыворотка от Натоптыши. Раньше он был кремовый, а сейчас как он прозрачный, как сыворотка. И он мне больше нравится. Он очень хорошо впитывается и очень хорошо вот, размягчает Натоптыши. Я просто думаю, вот сейчас эта серия просто необыкновенная. И скраб тоже очень хороший. О, для детей. Я, кстати, Стёпке подарила, ну, мы вместе с мамой подарили пижамку вот с этими... Incredible семейкой. Так, это все, красавки, это все уже взяли. И ты взяла, и я взяла. Это все, да. И это все уже у нас есть. Ну, новый конверт. Нет, не новый. Чувствую, сейчас выключим камеру и еще раз будем смотреть, чтобы что-нибудь выбрать. А что это было? Где? Здесь? Да. Карандаши были. Вот это что такое? А, это вот, кстати... Пигмент корректора оттенка. Да, нам рекомендовали из Бодишопа вот такие пигменты-корректоры. А у нас тоже, видите, в каталоге оказались теперь. Ну что? Ну их же смешивать только с родными средствами, да. Можно, конечно, попробовать с чем-то еще смешать, но неизвестно, какой эффект будет, потому что не всегда... Мы, люди знают. Вот у нас примерно такой же формы кисть из Бобби Браун для тональной основы. Не, но они разные. Нам-то не подошло, не понравилось вообще. Угу. Так. Ну что, на коду идем? Что-то как-то. А в прошлом каталоге было много. В прошлом каталоге мы столько всего набрали. Этот бальзам нам вообще не нравится. Да. Печалька. Непонятно, он какой-то. И запах у него нет. Угу. Так. Вот кисточки все очень хорошие. Угу. Для коды. Натуральные? У нас. Нет, эти не натуральные. Разве? Да. Да? Угу. Нейлон, алюминий, бамбук. Эти все не натуральные. Может, тогда я кисточку возьмем? У меня как раз она грязная стала. Вот эту? Да, я их не мою, я их меняю. 29,655. Да. А, это новинка. Да, это новинка. Собиралка. Ты хочешь их? Я нет, я же орифлеймовскими тенями не могу пользоваться. Ну, прикольная собиралка такая. Мне вот эти вот понравились. Ну, можно их собрать. Пятнистые. А ты будешь? Давай попробуем. Что? Во-первых, надо коробочку, и дальше нужно эти румянки, 33, трое румянков. 689, 30. Да, вот мы трое румян заказали, палетка будет в подарок. Угу. Так. Посмотрим. Праймер для век новинка. О, давайте возьмем праймер. Хочешь? Для век, да. Праймеры мы 34, пробуем везде. 440. Если есть такая возможность. Все пробники, все мы пробуем, да. Праймеры. Так, туши. Угу. Кстати, мне понравилась все-таки основа для туши. Да? Да. Понравилась. Хочешь гранат? Ты же любишь? Я не знаю, надо потереть страницу. О, вот по 3 страницы. Я не хочу. Не хочет. А здесь вот. Что? Давайте по 3 страницам. Набор каштан, крем для души и крем для лица и тела. Он, наверное, сладкий. Очень. Очень сладкий, но каштаном пахнет. Но я не буду. А гель для душа, крем для душа есть? Крем для душа? О, давай крем для душа. Все-таки взять? Да, крем для душа, да, крем для тела не надо. Так дешевле получится. Да, но набор. Я крем для тела не буду. Так, и все. Да. Какой шикарный гигантский заказ. Сейчас еще раз, 2-й раз посмотрим каталог. Ну, вот этой мицеллярной водой мы пользуемся. Пользуешься? Я не пользуюсь. Значит, я ее закончила уже, что ли? Нет, она стоит. А, стоит, но все равно пользуюсь. И вот этот заканчивается. Вот смотрю в зеркале, как меня покрасили. Мне очень нравится, как меня покрасили. Не могу налюбоваться, но вот про укладку еще раз говорю. Будем дальше думать. В общем, мы с Басей прощаемся с вами, потому что Аня уже спит. Я... Зову ее на 2 выставки завтра. Последний день 2 выставки у нас идут. Ой, малышки, давай. Рядом. Ну, не знаю, как у нее сил хватит или нет. Но, во всяком случае, может, я одна сбегаю, если она не пойдет. Вот, так что мы с Басенькой желаем вам доброго утра, счастливого дня, спокойной ночи. Всех обнимаем. И целуем крепко-крепко. Пока-пока.